Здравствуйте, меня зовут Аделя Багаудинова, я студентка первого курса Института фармации Самарского государственного медицинского университета. Сегодня я бы хотела рассказать историю зимнего сада кафедры фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии. Зимний сад кафедры фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии был основан по инициативе профессора Владимира Александровича Куркина. В 1997 году сотрудниками Самарского ботанического сада кафедры фармакогнозии была передана первая коллекция тропических и субтропических растений из 15 ботанических семейств. Зимний сад и лимонарий являются отделом кабинета систематики растений. Первый руководитель зимнего сада Тарасенко Любовь Владимировна, ассистент кафедры фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии Самарского государственного медицинского университета. Куркина Анна Владимировна, доцент, доктор фармацевтических наук, стала руководителем зимнего сада сразу же после Тарасенко Любовь Владимировны. Любовь Владимировна же заняла должность главного консультанта зимнего сада кафедры. Заведующей зимнего сада в настоящее время является Цыбина Анастасия Сергеевна, лаборант кафедры фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии Самарского государственного медицинского университета. Коллекция тропических и субтропических растений насчитывает свыше 150 видов и разновидностей. Данная коллекция растений является единственным зимним садом в системе медицинского и фармацевтического образования в Российской Федерации. Сейчас я хотела бы вам представить наших представителей зимнего сада. Олеандр обыкновенный, вечно зеленый, многоветвистый, высокий, красивый кустарник или же дерево. Все части растений ядовиты, что связано с содержанием в них олеандрина, коренерина и других сердечных гликозидов. Также есть представители авокадо, персея американская, инжир, фиговое дерево, синполя или же узумбарская фиалка. Стапелия, крупноцветковая, каменная роза, хорватия полосатая, фикус каучуконосный и фикус лировидный. Также у нас есть драцена деремская, нефролепис возвышенный. В 2000 году на кафедре фармакогнозии была организована микрооранжерея цитрусовых растений лимонарий. Лимонарий представлен следующими сортами лимонов: павловский, мейера, пандероза, юбилейный. Ежегодно проводится сбор урожая ароматных и целебных плодов. Зимний сад кафедры служит не только наглядным пособием на занятиях по ботанике, фармакогнозии, ресурсоведению, фитотерапии и экологии, но объектом фитохимических и морфолого-анатомических исследований студентов. В творческой работе с растениями зимнего сада участвуют и студенты. Под руководством преподавателей студенты в рамках УИРС, учебных занятий по ботанике и фармакогнозии по СНО, осваивают новые и закрепляют полученные знания и навыки. Спасибо за внимание.